Ну а кому точно сейчас пригодилась бы финансовая помощь, так это погорельцам села Еловое. Районные власти им не могут помочь. Делом занимается краевое правительство. В начале мая в этом селе огнем был фактически уничтожен дом, в котором проживало две семьи. В пожаре тогда погибли 5 детей и 1 подросток. После трагедии почти месяц погорельцы ждали помощи от властей, однако в районном бюджете средств на это нет. Поэтому я вам предлагаю сегодня не стучаться традиционно, знаете, как это, писать письма, а сделать открыть счет. И поверьте, на этот счет поступит большое количество денег, за которые вы или построите, или купите. И сделайте как минимум чуть-чуть, как бы мы там всем обществом поможем